сегодня я буду загадывать персонажа. А вот этот усатый, бородатый чувак, который таскает кастрюлю на голове, он попытается разгадать этого персонажа. Первый персонаж я хочу загадать, ну, пусть будет... Two hours later. Беляльш. Да. Ваш персонаж реален? В принципе, да. Ваш персонаж мужчина? Я даже боюсь представить. После песни Bad Guy. Да или нет? Да, да или нет? Ладно. Нет, нет. У вашего персонажа больше 100 тысяч подписчиков. Боже, подождите, сколько у него подписчиков вообще? Да. Да. Ваш персонаж певец. Точнее, певица. Но он уже прям близко. Да. Ваш персонаж хорошо разбирается в медицине? Нет. Я никогда не видела этого. Имя вашего персонажа состоит из трех букв. Б, Юли, Билли, Айш. Да, три буквы. Конечно, нет. Имя вашего персонажа состоит из четырех букв. Сейчас, подождите, я посчитаю. Б, И, Л, Л, И, Л. Нет, короче, нет. Ваш персонаж живет в России. В принципе, она не живет на Евротуре, или как там называется. Нет, короче, она не живет. Ваш персонаж живет в Америке? Да. Да. Ваш персонаж замужем за актером? В принципе, ей 19 лет, куда ей торопиться? Нет. У вашего персонажа зеленые волосы! Нет! Провал! Он меня выиграл. Все, он сразу догадается. Ах ты ж крыса такая! Вот ты крыса! Вот ты жука! Вот ты жука! Да, это она! Какой веселенький мужчина! Актер. Давайте Джонни Депп. Ваш персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж хорошо знает русский язык? Это я не знаю. Ваш персонаж живет в Америке? В принципе, да, вроде. Ваш персонаж старше 20 лет? Кстати, да, ему где-то под 40, мне кажется. Лысый ли ваш персонаж? Этот парень был лысый. Нет. Ваш персонаж известен в кино? Ох, близко! Еще вон какое красивое лицо вообще, вообще. Да, короче. Носит ли ваш персонаж костюм супергероя? Персонаж на стороне добра? Джонни Депп вроде... да. Ваш персонаж старше 40 лет? Кажется, да. Ваш персонаж накачанный? Нет. Блин, я не помню, как будет Джонни Депп. Кто будет смотреть? Так. Ваш персонаж умер? Нет. Он живой. Ваш персонаж играл в «Пиратах Карибского моря». Боже, обожаю этот фильм. Да. Ваш персонаж играл Джонни Депп? Да. Джонни Кристофер Депп второй. Вот жучара, да, это он. Ладно. Сейчас посмотрим, кто кого. Посмотрим еще. Давайте выберем Ивангая. О, Ивангай, шик. Ваш персонаж девушка? Нет. Он Ивангай, не человек. Ваш персонаж американец? Нет. Ваш персонаж певец? Кстати, он же пишет песни и поет, ну, в принципе, да. Ваш персонаж поет песни на русском языке? Да, маме помогал, я ветру читал. Я не пел, больше посмотрел, больше не пел.
Нет. Ваш персонаж из группы BTS? Не, вообще нет. Ой, хуй, лицо страшное, инфаркт. Инфаркт, реально. Ваш персонаж говорит на корейском? Нет. Ваш персонаж старше 30 лет? Так, стоп. Сколько лет... Ё-моё. Сколько лет Ивангаю? 24 года. Окей, это значит, ему 24 года. Нет. Ваш персонаж хорошо знает русский? Конечно. Ваш персонаж имеет отношение к бумаге? Он, кажется, про А4. Про эту бумагу, бумажку. Да. Нет. Ваш персонаж участник Dream Team House? Нет. Есть ли у вашего персонажа татуировка? Кстати, есть у него татуировка. Имя вашего персонажа состоит из 4 букв. Ив, Иан. Иван. Иван. 2 hours later. Да. Вашему персонажу больше 20 лет? Да, ему 24 лет, кажется. У вашего персонажа была совместная песня с Тимати? Нет. Ваш персонаж живет в России? Да, вроде. Подождите, давайте будем отвечать правильно. Не, я не знаю. Ваш персонаж поет на сцене? Ну, в принципе, да. Ваш персонаж рэпер? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к волнам? Нет. Ваш персонаж из... Угомонись, а как будто в туалете сидишь. Постыдись хотя бы чуть-чуть. Нет. Носит ли ваш персонаж усы? Нет. Ваш персонаж любит сосиски? Нет. Ваш персонаж умеет бегать со скоростью света? Нет. Ваш персонаж снимает обзоры домов? Нет. Может, ты угадаешь? Ваш персонаж снимает челленджи? Да! Связан ли... Какую радость он сразу стал? Связана ли фамилия вашего персонажа с бумагой? Нет, была бумага? А, нет, нет, нет. Давид Манукиан. Дава. Нет, это не Дава. А. Нет, мне нужен Ивангай. Продолжим. Ваш персонаж женского пола? Нет. Ваш персонаж участвовал в нашем голосе? Нет. Ваш персонаж с белыми волосами? Нет, это не А4, отстань. Ваш персонаж сражался с оборотнем. Чё? У тебя больше идей нету? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к фильму «Морские дьяволы» или «Морской дьявол смерти»? Нет. Ваш персонаж срисован с реальным человеком? Нет. Ваш персонаж покрыт чешуёй? Нет, это человек. Этот персонаж выделяет слизь. Ха! Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? В принципе, да, он играет на играх. Держал ли ваш персонаж в руках микрофон? Да. Имеет ли ваш персонаж к отношению Роши? Нет. Ваш персонаж играл с Ричардом Гиргом? Нет. Ваш персонаж имеет отношение к игре Fortnite? Я не знаю. Ваш персонаж из Казахстана? Да ну, нет. Ваш персонаж ходит во всем черном? Нет. Ваш персонаж ассоциируется с синим цветом? Нет. У вашего персонажа больше 10 миллионов подписчиков? Да, на Ютубе. У вашего персонажа больше 10 подписчиков, ну, миллионов. Да, ты только что это задал вопрос. Ты издеваешься? Тут просто... Ладно. Нет. Ваш персонаж из мультфильма «Телепузики»? Нет. Да. У вашего персонажа самый красивый голос в мире? Не хотелось больше всех убить. Ваш персонаж больше 10 миллионов подписчиков на YouTube. Да хватит, да. Ваш персонаж из Санкт-Петербурга. Ня. Ивангай, Иван Рудской, йоу, неужели? Это так долго было? Капец. Чё так долго? Ладно, на этом мы заканчиваем наше видео. Советую подписаться на канал, поставить лайк, написать любой комментарий.